Участники межливийского диалога на встрече в Марокко согласовали критерии для распределения руководящих постов в ключевых политических и экономических ведомствах страны. В связи с этим в четверг вечером стороны опубликовали совместное коммюнике, в котором выразили готовность продолжить диалог в конце сентября для реализации достигнутых договоренностей. Я поздравляю вас, потому что консенсус, которого вы достигли по механизмам и критериям назначения на государственные должности, все достигнутые договоренности, это не просто декларация о намерениях или рекомендации, о соглашении и конкретные решения по институтам власти и по вопросам, которые напрямую влияют на жизнь граждан Ливии, на повседневную жизнь ливийского народа, сказал участникам переговоров министр иностранных дел Марокко Насер Бурита. В Ливии вот уже несколько лет существует два конфликтующих органа исполнительной власти – правительство национального согласия в Триполи, а также парламент и временный кабинет на востоке страны, пользующийся поддержкой ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. В конце августа стороны объявили о приостановке всех военных действий.